Всем привет, вы на канале Кентукки 2510, и в этом видео я расскажу о новых PvP-функциях, которые не так давно появились в интерфейсе Лорда, это эффект битвы и смена нажатием. Фишки реально полезные, потому что за 3 клика, если говорить о смене нажатием, можно мгновенно поменять драконье слово, драконье стекло и снаряжение для отражения атаки, либо нападения на замок, что очень удобно. Давайте я покажу, как это настроить, сначала смена нажатием, а потом эффект битвы. Сперва нажимаем на значок с двумя стрелками. Теперь на шестеренку и попадаем в меню настройки. Здесь нас интересует только лорд и атакующий герой, потому что сейчас мы будем настраивать смену нажатием для атаки. Выбираем лорда и одеваем его в атакующее снаряжение и ставим нужное драконье стекло. Нажимаем сохранить и переходим во вкладку драконье слово. Здесь находим нужное слово для атаки и нажимаем на активировать, а затем на сохранить. То же самое теперь проделываем и с нашим атакующим героем. Как видите, ничего сложного здесь нет. Теперь коротко об эффектах битвы, это значок шлема с мечами. В этом меню можно предустанавливать различные эффекты, от щита мира, допустим, до бафа на атаку для их быстрого использования, чтобы не переходить в предметы и не шарудить по вкладкам в поиске нужного бафа или эффекта. Кнопка «Эффект настройки» позволяет предустановить один или несколько эффектов для быстрого использования. Кнопка «Эффект использования» активирует предустановку и включает выбранные бафы. На этом, в принципе, все. Напоследок же давайте представим ситуацию, что нам срочно нужно переключиться с атаки на оборону, включить бафы на атаку и защиту для отражения нападения. Сколько времени это займет? Не очень быстро, согласен, но гораздо быстрее, если менять драконье стекло, драконье слово и включать бафы вручную. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии.